Дальше ваш вопрос. Ваш вопрос? А, уже есть у кого-то? Он вас спрашивает. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Очень волнуюсь. Так, скажите мне, пожалуйста, как я могу помочь своему телу? У меня начались небольшие проблемы со здоровьем. Я хочу от вас услышать, в каком мне направлении двигаться. Может, вы мне подскажете? А что за проблемы какие-то? Правой стороны, и плечи, и ноги. Что? Побаливают. Плечи побаливают? И не только. Суставы побаливают везде, да? Это энергия воздуха вышла из равновесия. То есть можно сказать, что вы переохладились в суставах. Что делать? Нужно много чего делать. Это все означает перенапряжение, неумение отдыхать, в целом неправильный образ жизни, старение организма. Организм стареет у всех по-разному. Мы сегодня будем об этом говорить. Что вам надо делать? Вам надо сначала сходить в баню, и в бане сначала побыть в теплом. Лучше это хамам, такой водяная баня, потому что сауна нагревает, напрягает человека, хамам расслабляет. Сначала вы заходите в хамам, какое-то время сидите, потом идете в прохладный бассейн, там сидите, потом опять в хамам, потом опять в прохладный бассейн. И заканчивайте теплым. И так надо сделать раз в 3 дня, так делать 3 раза. После этого, когда вы так сделаете, вам надо начать одновременно делать 2 вещи. То есть вам надо длительно учиться ходить, одеваться нормально, чтобы не замерзать, и длительно ходить непрерывно той ходьбой, которую вы можете совершать, и учиться не какое-то неподвижное положение делать. Надо научиться ходить 2 часа раз в 4 дня, к этому стремиться. И неподвижное положение тела 40 минут где-то научиться делать. Можно стоять так неподвижно. Таким образом вы себя вылечите от этой проблемы. Благодарю вас.